Всем привет! Мы на Игромире. Выставка пока закрыта для посетителей, но у нас тут с утра вовсю бодрое танковое рубилово. Через несколько секунд прямо за моей спиной начнутся финалы второго сезона Лиги Wargaming. Играют Na'Vi и Synergy. Посмотрим! Команда Na'Vi, закончившая онлайн-часть лиги на первом месте, встретилась с местом восьмым командой Synergy. Na'Vi одержали верх, но эта победа досталась им непросто. Начало получилось неожиданным. Первый раунд забрали Synergy. Ребята показали достойную игру, но рожденные побеждать все равно их одолели. Счет встречи 3-1. Затем на сцену вышли Mind и My Revenge. Мозги дважды одержали верх над соперниками, четко и уверенно. Все, что удалось команде Стрека, вытянуть два раунда на ничью. Третья – заключительная встреча Red Rush Unity и Amazing Gaming. Острой борьбы не получилось. Unity с первых же минут показали очень агрессивную и дерзкую игру. Украинской команде они не оставили ни единого шанса. 3-0. Компания Wargaming уже далеко не новичок в организации подобных мероприятий. И мы догадывались, что в этом году одного стенда нам будет недостаточно. Игры второго сезона Golden League проходят на отдельной площадке, размеры которой действительно впечатляют. Но, конечно, лучше все увидеть своими глазами.